Блокчейн в Китае. Правительство Китая объявило о создании рабочей группы по вопросам блокчейна. Цель нового стратегического альянса станет ускорение разработок и внедрение технологий в экономику страны. Еще некоторое время назад правительство КНР занимало выжидательную позицию в отношении блокчейна и криптовалют. Но сегодня Народный банк Китая уже не только ведет разработки в области блокчейна, но и планирует выпуск собственной криптовалюты.